Приветствую вас, господа, с вами Рима. Сегодня у нас продолжение нашей серии игры Mount & Blade 2 Bannerlord за прохождение от Джарика. Надеваемся, что всем приятного просмотра. В последнем стриме, где мы с вами транслировали эту игру, нам объявили две фракции войну. Это у нас, Кузаита хотел сказать, это у нас получается Асирайский Султанат и Северная Империя. Да, которая, скорее всего, Северная Империя претендует на Эпикратею, это их столица. А Хузаитская Империя, скорее всего, попытается забрать замок Фар-Трой и Лагет. Посмотрим. Надеваем шлем. Всем вам приятного просмотра. Погнали. Город Лагетта мы отдали своему вассалу, который... Нет, подождите. Нет, мы его не отдали своему вассалу. Мы отдали своему вассалу замок Фар-Трой, который повзаимствовал у нас нашу эмблему, поэтому нам пришлось поменять эмблему, чтобы не, ну, как бы не путаться и все такое. Вот. Это у нас Исигунд обиженная. Да, у нее сразу... Два друга появилось и все такое. Я не знаю, что сейчас нам ждать. Ну, нам лучше всего нанимать вообще всех и вся. Кто бы, что бы там ни был, да. Так, кстати, нам надо бы продать некоторые вещи. Не, вот эти продавать не надо. Эти вещи мы, наверное, отдадим. А, волчицы. Прекрасно, давайте отдадим сразу ей волчицы. Ой, не то. Вот так вот будет намного лучше. А, ей дадим. А, кстати, у нее есть такая броня, да. Так, перчатки. Ну и вот эту вот штуку. Пока что так. А дальше больше мы будем уже потихонечку одевать. Кстати, она же хузаистского рода, да? А давайте мы ей сразу дадим пустынную лошадь. Даже боевую. Если у нас есть вообще пустынная лошадь, степная лошадь. О, степную лошадь дадим ей. Вот так вот, отлично. И после этого... Во. И кольчугу, ну, для лошади, да, как называется. Кольчужная, да, полуброня называется. Так, ну, блин, раз уж решили одеть, давайте ее оденем. Так уж и быть. Я, насколько помню, после последнего сражения у нас лошадь наша стала хромой. Или я ее поменял, честно говоря, не помню. Если что, я ждал обновления. Я думал, обновление выкатят на этой неделе. Но, к сожалению, еще пока не вышло новое обновление, где появится баннер. И я прям жду это обновление, ребят, как, не знаю, как ману небесную, если честно. Так, хузаиты. Ну, давайте ланец катафрактари дадим ей. Пусть она въезжает в кого-либо. Если мы не дадим лук... Ой, просто она не лучница. Она вообще лук не умеет, да, ничего делать. Ну, дадим ей щит тогда. И дадим ей какой-нибудь гарпун. Да, гарпун. Ну и меч. Меч. Это у нас уже 11979. Меч... По-хорошему нам, конечно, бы скрафтить его. Но ничего, вот так вот разделим. Гарпун в последнюю очередь. Щит. Вот, все. Она у нас заряжена. Просто невероятно. Ну да, нам надо будет еще сапоги взять нормальные каким-то. Прикупить ей. А сапожки здесь есть вообще? Вот эти перчатки будут намного лучше. Это можно продать. А остальное тоже продадим. Сапожки 22, 20. Вот, 22. Более-менее нормально. Но мне вот эта броня вообще не нравится. Блин, что за 37 тысяч? Купим либо за 43 тысячи броню. Нормально. О! Вот это я так понимаю лучше. Намного лучше. Все. 78 тысяч. Раз, минус. У нас, Рибас, у тебя две войны. А Джарик, ты что творишь? Ты тратишь деньги просто так. У тебя две войны. Я хотел проверить свою лошадь. Она у нас не хромая. Имперская островая лошадь. Нет, у нас она у нас не хромая лошадь. Это радует. Кстати, у нас проблемы с влиянием. У нас его нет вообще. Это просто гребаная жесть. Чтобы собрать свою армию какую-то новую, нам надо влияние. А влияние надо качать. Поехали. Будем набирать потихонечку наших бойцов. У нас 118 раненых. Боже, сколько войн. Сколько у нас войн. Это просто гребаная жесть. Кто там грабит нашу деревню? А, это там грабит. Ну ладно, мы туда не успеем прийти. Лучников... Набираем сколько можем. Задание выполнять. Дезертиры грабят деревню. Ну давайте сейчас быстренько задание выполним. Я сейчас попробую. Дождемся дезертиров. Мы их сейчас быстренько расшатаем. По-быстрому прям. Резко. Как удар серпом по яйцам. Ух, экшон сейчас пойдет. Блин. Ой. Жду не дождусь, ребята, когда у нас будет перемирие. Гребаное перемирие. Волчица, что ты можешь раздать? Давайте волчицу... А, она в седле. Ищейка.
Давайте ищейку. Хорошо. Волчица. Ей волчицу отдадим, а мы будем, да, вот так вот, все, лучниками контролировать. Все, поехали. Поехали. Блин, графон четкий, да? Вот так вот, чиколдык можно поставить. У нас 62 FPS. Я поставил ограничитель 62 FPS. Ну-ка, давайте сюда. Хорошо. Раз, сосредоточиться. Конница пока не действуем. А вот конных лучников можно пока отправить. А конница за мной. Поехали. Не мешаем никому. Сейчас мы влетим в них с другой стороны. А, вражеская конница уже в нас влетела, ребят. Посмотрите. Просто прекрасно. Это просто гребаная жесть. Римас, не говори гребаная жесть. Душу твою мотал, я твой родственник, Римас. Ты играть не умеешь. Удали игру. Удали с Ютуба. Римас, хватит так говорить. Ты вроде взрослый мужик, а говоришь херню какую-то. Фу, дизлайк, отписка. Я не ради этого подписывался. Фу. Я опять начинаю зачитывать будущие комментарии. Прошу прощения, ребят, простите. Не то, не то. А что, все что ли? Все в атаку, бать вашу. Давайте. Пах. Я тут уже тактикой пытаюсь, а да, кажется, мы уже их расшатали всех. Кто есть кто, я не пойму. Ты? Чикалдык. Прекрасно, попали прям. Просто невероятно. Это кто, наш, не наш? Это не наш. Цель ставим вот так вот, средним же кнопкой мыши, так, щикал... Ой, помешали. Чикалдык. Нет. Чикалдык, да что ты будешь? Чикалдык, а шалеть, ты моего еще и не убили. Его другие добили. Просто прекрасно. Просто обалденно. А Джарик, кстати, скоро кони отвинет. Ну как скоро? Ему. Он еще молодой, ему 47, да, наверное, уже. Ну, уже туда-сюда, нау-манау, как говорится. О, 4-5 влияния заработали. Влияние надо фармить. Обязательно. Обязательно. Лучников, конечно. Так, здесь можно, в принципе, имперский. Миновая Лиата взять. А вот здесь по очереди вот так, хоп-хоп-хоп. Имперские бойцы, именно пешие бойцы, они самые, одни из самых лучших. Хотя со мной могут поспорить. Есть еще и Дарханы. Но там пехота слабая, да, конечно. Вот обещанный 2700, надеюсь, это достаточно плата за пролитую кровь. Оставь себе свои деньги, староста. Мне достаточно и благословения жителей. О, благодарю вас, Аджарик. Вы навсегда останетесь в памяти наших людей. Прощайте. Кстати, давайте посмотрим имперские деревни. Они, кстати, тоже прикольно. Знаете, как будто ты в Италию попадаешь. Сразу видно антураж другой. Кирпич. То, смотрите, какие кирпичи. Вот, слышите, где-то там пизюк орет. Маленький мальчик, походу, где-то орет. Вредничай. Римас, видео не выкладывай. Душу твою мотал. Блин, а классно, да? Жалко, что нельзя заходить в каждый дом. Это, походу, часовня, да, смотрите? Похоже. Вот. Где-то я видел в комментариях, что... один человек сказал, что, блин, не хватает в этой игре именно религии. Да, ребята, действительно так. Вот действительно, как вот, например, в... ну, понятное дело, ее нельзя сравнивать с Crusader Kings 2. А где там и культура, и религия, вот эти все наследия, и вот эти все... ну... все, что связано, да, с, блин, там, конечно, можно голову разбить новичку. О. Слышите, да? Пиздюк орёт. Ай, ай, вредничает, пацан, дышит твой баталь. Ай, шалеет просто. Ладно, все, поехали. Да, жалко, вот хотелось бы, да, чтобы это добавили, все. Кстати, что мы здесь можем купить? Масло-шмасло, кабан-шмабан, зерно-шмерно. Римас, не говори так, дышит твой баталь. Я жду нападения. Я жду нападения. Ну, посмотрим сейчас. Чё? Помочь? Чикалдык. А, кто это вообще? Нерейда. Если вы, вы не против, постойте там и позвольте... и, вернее, назовите свое имя. Я Джарик, а вы кто? Я Нерейда. Мне кажется, между нами нет никаких разногласий. Мне известно ваше имя. Приятно познакомиться. Мне нужно обсудить. Нам надо наемников найти, ребят. По-хорошему. По-хорошечному. Вообще. Реально надо наемников найти. Кстати, давайте пленных продадим. Тут же сразу, походу. Что у нас по верности? Минус 0,4.
Нам бы, конечно, кого-нибудь сюда назначить именно имперского происхождения. Для этого нам надо посмотреть. Да, мы можем одного имперца назначить. Именно имперского происхождения. Так, давайте сейчас посмотрим. Сможем ли мы кого-нибудь... Ай, пусто все, идущий твой моталь просто, а? А у нас с собой кто есть вообще? Не то. Блин, у меня пес прям за дверью. И он, походу, себе жопу чешет. Дум-дум-дум-дум, стучится. Жестко езжи. Так, Ищейки, ты откуда вообще? А, это Вландия. На, не-не-не-не, нам нужен имперец, бро. Нам нужен имперец. Армия браконьеров? Подожди, а мы принимали, да, миссию армия браконьеров? А, мы отдали 41 человек кому-то, да, чтобы... То понятно, хорошо. Ладно, будем же... Ошалеть просто. Спасибо большое, что вы не против нас воюете, армия Вивианны. Ну да, переманить мы никого не сможем. Да я и не пытался, я как бы пытался, там такие гребаные цены были просто. Вот этого надо. Куларн, Куларн. Куларн, стой, пожалуйста, на месте. А Джарик, приветствую. Вопросик обсудить. Что вы думаете о вашем господине Гарри? Я останусь верен своему господину. Вы недостаточно хороший друг, чтобы я изменил это решение. Да и денег у вас на это не хватит. Короче, поняли, да? Там лямы, походу, нужны. Ляма. Это, походу, переметнулся, пацан. Он был когда-то в составе, как их называется-то? Блин. Ну, с кем мы воюем постоянно? Вот. Где они? Ну, мы сейчас с ними не воюем, да, пока что, да. Ботании. Но сейчас уже все иначе. Так, тихо. Стой. Вот этого надо пообщаться. О, прошу прощения, туда-сюда. Мне доводилось слышать о вас. Говорят, вы храбрец. Если судьба когда-либо заставит нас скрестить мечи, знаете, это будет для меня честью. Обсудить. Че ты думаешь насчет Гарри? Я останусь верен туда-сюда. Понятно, денег не хватает нам, ребят. А, были бы у нас деньги, было бы намного проще. Римас, перемани. Так что, мне кажется, легче все-таки не переманивать, а именно создавать кланы. И это очень хорошая фича, прям невероятная фича. Не хочешь переманиться? Пошел в жопу, я найду другого лорда и создам армию. Это кто? Тихо. Чикалдык. Сколько лет, сколько зим? Это, кстати, мой друг. Да, о, мой друг. Обсудить. Че ты думаешь о своем короле? Тоже останется верным, туда-сюда, но у манов, короче, не получается. Ничего сделать. 70 раненых у нас. Ну... Ждем нападения. Кстати, надо не прощелкать момент. Так, Эпикратея есть. Эпикратею мы, кстати, отдали, да? Да, мы отдали Эпикратею. У нас остался Сианон и Лагетта. Ротти кто-то забирает. Нам надо забирать армии и шатать, атаковать, смотреть. Туда, сюда, у Анау-Манау. Что у нас там по приходу денег? Деньги приходят, очень хорошо. Можно, в принципе, еще военный налог ввести. Вот этих вот надо. Шалеть просто идущую баталь. Вот этого нам не хватало. Кто нам объявил войну? Ну-ка, давай посмотрим. Мне интересно просто. Рад из Ботани нам объявляет войну? Да ладно? Серьезно, что ли? Вы что, хотите что-то захватить? А вы думаете, у вас это получится сделать? Ладно, поехали. Рад-то шмат-то брать. Тихо. Блин, нам надо распустить пленных, ребят. Тикальдык, тикальдык. Нам надо пленных распускать обязательно. Идите. Бегите. А мы пойдем сейчас этих искать. Ну, мы их по лесу, конечно, не догоним. Наше поселение. Понял. Нас грабят. Именно наше поселение грабят, ребят. Догнать и обоссать. Ну, здравствуй, дружище. Зря вы нам объявили войну. Ну, зря. Ну, прям вот пипец как зря. О, что тут происходит? Вот уже северные деревушки наши красавицы, да? Кстати, давайте... А, нет, нет, все хорошо. Ах. Так, что тут у нас происходит? Пехота вперед! Лучники сюда! Рассосаться! Вы сюда! А вы за мной! Ошалеть! А мы, наверное, пойдем с этой стороны, если я смогу.
Нет, перепрыгнуть не смогу. Ладно, понял. Поехали туда. Здравствуйте. Здравствуйте. Отшалеть их всех, отшатать. Давай, быстрее, быстрее, быстрее. Опа. Так, главное, чтобы плюха не прилетела, ребят. Плюха прилетит, жопа будет. Чикалдык. 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 Здравствуйте. А, я кулаком бьюсь. Отшатать. Кто меня там бьет? Ой-ой-ой-ой-ой, гребаный насос, уходим. Уходим, уходим. Шатаем и уходим. Молодцы. Вот это, вот это, вот это, вот это. А, это наш, это наш. Слушайте, а в ближнем бою ботанские всадники довольно хорошо себя показывают. Но здесь не только у нас ботанские всадники, еще и катафрактарии есть, я так понимаю, да? Все в атаку. Отшатать. Казнить, ребят, я не буду. У нас другой персонаж. Возможно, мы когда-нибудь создадим очень жестокого персонажа, который будет всех шатать, всех казнить, всех убивать. Это, возможно, в следующих прохождениях. Но я вам сразу говорю, это чревато. Даже наши вассалы будут против этого. Особенно те, у кого милосердие. И, возможно, будут они отдаляться. То есть там, видите, решая одну проблему, ты получишь 2-3 проблемы. Я не до конца понял, как эта система работает, но... Примерно так и выйдет. Привет, дружище. Ты теперь у меня в плену. Лучник ботанского ополчения. Стоит ли брать его? Давайте возьмем его, если что, потом мы его уберем. Ох. Хорошечных. Конелуков брать не будем пока что. У нас армия чуть-чуть по-другому заточена. Это когда в сторону хузаитов уйдем, да, там возьмем уже более-менее побольше конелуков. О, конец уберем. Так, у нас 40. Мы еще можем... 1, 2, 3, 4, 5 войск, да? Потому что мы 40 солдатов уже оставили. Там еще нашу деревню грабят. У нас вообще что-то... Территория как-то, да? Слишком... такая большая стала. И она раздвинута между... несколькими врагами. Это печально. Но, с другой стороны, это хорошечно. Кто там у нас... иди сюда. Братан, ты не успеешь, братан, ты не успеешь, братан, ты... Братишка. А, это сестренка, ёпта. Ну, давайте это шатнем. Вот зря вы нам объявили войну, ребята, зря. Лучники вперед. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Пах. Рассосаться. Прекрасно, уже пошли киллы. Это очень хорошо. А мы пока зайдем к ним во фланг. Кавалерия. Строй поставим клин. Я, правда, не знаю, как он. Клин. Пошли. Хорошо. Мы сейчас будем влетать в них, как в первую брачную ночь. У нас преимущество. И в войсках единственное дерево здесь было. Я и то в нее вхерачился. Как хорошо. Как... Ой-ой-ой. Здравствуйте. Ботанский герой минус. Все в атаку. Молодцы. У нас минус один все-таки есть. И это у нас имперский новобранец. Будет цинично, но я скажу, невелика потеря. Но это будет цинично. Привет, дружище. Подружку вернее. Вот я тебя жарить сейчас буду. Ай. Шучу. А Джарик у нас достойный пес. Он хорошечный, он не трогает пленных. Ну так, чуть-чуть, на полшишечек только. Так, давайте Сианон тогда. Нет, нам нужны... Нам вообще нужны ботанские герои. Я имею в виду фианы. Лучники фианы. Или вот конница. Тоже хорошо. Так, отправимся в цитадель. Подземелье. Минус один. Минус два. А остальных... Да, можно было, конечно, запариться, изучить нужные скиллы, которые могли бы быстро перевербовать пленных
пленные войска, которые мы захватываем, ну, этим я не занимаюсь. Пока что. Возможно, в будущем, да, рыба-шмыба, виноград-шминоград, масло-шмасло, оливки-шмоливки. Хватит так говорить, я твой родственник. Финики-шминики, сыр-шмыр, пиво-шмиво. Вот так, разнообразить все. Так, мул-шмул, вьючную лошадь надо еще. Астерайские скакуны. Короче, все, берем. Так, у нас теперь 115 влияния. Можно сейчас думать о мире с кем-нибудь. Ну, вообще не знаю, где наши армии ходят? Куда вы ходите? Двигаться с Сеонрину. Сеонрин. А где Сеонрин? Я не знаю, какой логикой они тут пользуются. Но скорее... О, Артисию кто-то забирает. А вы с кем еще воюете, кроме нас? Вы воюете только с нами. Империум. Слушайте, ну, нам надо, по идее, потихонечку выдвигаться уже в сторону замка. Фрактории. Я думаю, вся... Весь экшон там будет. И будет Эпикратею. Эпикратею уже, кстати, грабят нашу. Нельзя Эпикратею терять. Это, конечно, не наш личный город, но... Все-таки... Этот город входит в состав нашего королевства. Во. Это да. Будем надеяться. Кстати, что у нас по армиям в нашем клане? Все 4 армии готовы. Это очень хорошо. Кстати, еще был кое-какой скилл, который позволяет больше дополнительной армии нанимать. Ну, привет, дружище. Так, минус. Догнать. И отодрать. О! Здесь будет более-менее красиво. Но я пока улучшу свои войска. У нас плюс 2. Хорошо. Ну, здравствуй. Поехали. Также все по старой тактике. Опа. Стоп. Мы можем сюда лучников поставить? Нет, не можем. Не можем. Ладно. Лучники пока сюда ставят. Хорошо. Пехота позади пусть будет. Конница за нами. Конные лучники пусть идут на разведку. Надеюсь, все будет нормально. Но, скорее всего, они будут все стоять. Стоять будет, скорее всего. Я думаю, лучше вот в эту сторону их отправить. Кавалерия, за мной. Кавалерия, не тупим, за мной. Или они движутся к нам? Они, походу, к нам движутся. Лучники, встали сюда. Пехота здесь будет. Мне кажется, очень хорошая идея будет. Да, они, походу, к нам двигаются. А мы лучники неправильно поставили. Лучника фырня. Ага. Прекрасно. Так, кавалерия, идите пока в ту сторону. И не мешайтесь. Я вас потом позову. Сделайте сразу, пожалуйста, клин. Клин. F6. Хорошо. Вражеская кавалерия к нам приближается. Это у нас конные лучники. Их 15 штук. И... Плюс еще 31 кавалерия, это ближнего боя, да? Раз, стрелять! Чекалдык! Хе-хе, вот это я попал! Я за лучников не боюсь, они очень хороши в ближнем бою. Они прям захотели наших лучников шатнуть, но у них это не получится, потому что в ближнем бою у нас лучники хорошо прокачаны. Так, его застрелили. Этого застрелят, нет? Да, его сейчас застрелят. Че так лучники в плотном строю у нас стоят, я не пойму. Давай вот так тогда встань. По-братски. Они не хотят к нам въезжать, да? Солдаты!
Так, пехота наша здесь будет. Они занимают оборонительную позицию. Это у нас круг. Я этим никогда не пользовался. Не знаю, мне кажется, это как-то пока недоработанная штука. Если бы они сделали какой-то баф, забаф, когда у тебя такая позиция, как, например, в Total War, да, там максимум брони плюс 15, ну, примерно, да, то это был бы смысл. А так вот, ну, такое себе. Ой, как хорошо они прям влетают в нашу пехоту ближнего боя. Кстати, у нас мало пехоты, да? У нас больше лучников. Хорошо, ой, ой, как они отлетают. Ошалеть, вот это они отлетают. Просто гребаная жесть полная. Давайте вперед. Пехота вперед. Щиты поставили. Молодцы, молодцы. Как хорошо так, да, контролировать уже войсками. А не как это было ранее, да, Джарик? Когда Джарик от первого плюха улетал. Дыши мотать. Вообще, по-хорошему, их бы сюда поставить. Как раз у них щиты в левой руке. А конницу нашу сюда поставим. Щиты в левой руке. Как раз вот стрельба, когда будет слева направо, да, если от нас смотреть, то по ним будет лучше попадать. Плотнее строй сделайте. Вот так вот, да. О, 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 молодцы. Так, мы в безопасном расстоянии. Сколько у них лучников? 58 лучников. Хорошо. Расстрелять. Отжарить всех. Так, пехота пошла к ним. К нашим лучникам. Нашим бойцам ближнего боя просто выдвигаться вперед. F1, F4. Прекрасно. А наши лучники стреляют по вражеским лучникам. Ну, или не будут они стрелять по ним. Как... Ой-ой-ой-ой-ой, это просто гребаная жесть. У нас сколько потерь? 8 потерь, у них 301. У нас 8. В атаку. Конница вперед. Догнать и отжарить. Изи катка. Ну, понятное дело, у нас превосходство. У них две армии было. Ну, у нас, конечно, больше бойцов и более опытные. Сейчас, ох, мы перекачаем, раскачаем всех. У нас 11 потерь. У них 58. Зато раненых 156. Напомню, у меня есть хороший скилл, который... не дает убить врага, а именно ранить его. Это для того, чтобы взять побольше бабла при их продаже в рабство, либо перевербовать их. Но я их не вербую, пленников. А делаю это вот так. Короче, да, у нас получается довольно интересные залеты. Ну, я ожидаю сейчас армии где-то в примерно 1500. 1, 2. 1500 в нашу сторону. Кстати, конный его застрельчика берем. Вот это можно, в принципе, все вот так вот сделать. Да, вот так. Хоп, хоп. Раз-раз, ездит. И цитряс. Пехоты маловато. Надо будет пехоту побольше делать. Нанимать пехоту, ребят. И конница у нас довольно хорошая. Че, этим помочь, нет? Нет, мы не успеем помочь даже. Так, я хотел пехоту. Блин, ну и лучника. От лучников тоже не стоит отказываться. Давайте пехоту здесь, здесь, здесь. Ну ладно, возьмем всех. Превосходно. Возвращаемся в Эпикратею. И мне кажется, нам пора уже идти в сторону Лагеты. А там замок. Замок попытаются, по всей видимости, забрать. Наши многоуважаемые... Так, Эпикратею мы не сможем продать всех пленных. Ну, я имею в виду сдать их, да? Выберите для этого. Вот так вот сделаем. А этих обратно. Чикалдык, чикалдык. Этих с собой будем таскать. Ну, добро пожаловать, ребятишки из Биркнижки. Эпикратея вроде бы отбили. Ну как, деревни, да? Близлежащие. Подожди, что тут у нас? Тоже кто-то грабит? Посмотрим, кто там грабит. Опа! Идут. Идут захватывать Эпикратею. А мы идем назад. Я не знаю, мы сможем их отбить, нет? Нет, мы вряд ли мы сможем их отбить. Так, подожди, куда они идут? А, они осаждают замок Мекалавия. Где этот замок Мекалавия? Где-то здесь был. Это наш замок. Вот он, наш замок, да.
Где у нас ближайшие пацаны? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Собрать войска. Созвать знамена. Ждем в городе. Ну, давайте. Все домой, все домой. Хорош, хорош, хорош. Сейчас они замок будут осаждать, а мы их аджара гуджу сделаем. 1200, я чуть-чуть ошибся. Я думал 1500 будет, ну, видать, у них что-то пошло не так. Скорее всего, так, давайте вот так. Скорее всего, они просто потеряли много войск, да? О, 1200, ну, все, хорошо. Так, всех собрали. Созвать знамена. Слушай, нам надо еще побольше походу. Мы так не затачим катку. Силы 1600. Ну-ка. Пока мы походим по деревням. Туда-сюда. Анау-манау. Сколько гарнизон? Почему так мало? Тихо. Молодцы. Автобой. Ну, берем всех доступных бойцов, конечно же. Мы можем, в принципе, прорваться. Сделать прорыв и из замка их как-то... Ну, ладно, сейчас подождем. Кто еще не добежал? Еще 70 бойцов не добежало. Никто не, больше не освободился? Никто не освободился. Вот, освободился. Ждем. Они штурм будут делать, нет? Так, так, так. Что у нас там с замком? А, игра сохраняется. Что с замком у нас, братва? Блин, замок здесь наш забирают. Блин, я так и знал, что его сейчас заберут. Ладно, пойдемте шатать их. А что теперь делать? Надо их шатать, ребят. Надо шатать. И, скорее всего, мы их шатнем. Или они нас шатнут. Короче, надо шатать и идти обратно туда. 7 ветеранов. Фух. Ну что ж. Всех все, все нормально. Сколько через... Блин, времени нет. Надо шатать. Где там эти наши пацаны? Блин, 1200... Пошел бой. Успеем, нет? Прорваться! Есть! Вмешаться, продолжай. Прекрасно, помочь, атака. Все, пошла мазута. Это нам на руку, что они начали атаковать. Теперь мы будем проходить. Начинать непосредственно с замка. Авторазмещение. Спасибо. Скорость повышения. Пеший воин получает ко всем навыкам контроля. Берем. Этого сюда. Не, подожди. Чекалик. А что не ставится? Братва, вы что? Попутали, что ли? Так, лучники работают по лучникам. И по броне. Вы по всем работаете, предпочитаете. Давай обижен тогда. А что никто не ставится? Что, залагала игра, что ли, или что? Блин, что за фигня? Ладно. Ну ладно. Я не могу ничего ставить. Давай еще раз авторазмещение. Я же не... Я же, получается, помогаю. Да? Да, я помогаю. Хорошо. Так, главное, чтобы при размещении никто не погиб. Посмотрим. Никто... Ай, шалеть, просто еще такое прошло. Ух, ух. Ну, придется подождать. А что мы здесь оказались-то? Я еще... Как я сюда попал с лошадью, пожалуйста, скажите? Гауди, шматаль. Надо затащить, ребят, надо затащить. Блин, мне бы добраться до этого места. Слушай, здесь пробка, ребят.
Здесь гребаная пробка. Да, хоть заглянем сюда, подожди. Давай сюда хоть заглянем. Посмотрим, что там происходит. Свежим воздухом подышим. Кто бзднул, ёптать? Это просто гребаная жесть. Как мне отсюда выйти? Так, здесь закрыто. Слушай, что за беспредел? Выходите, давайте, мать вашу, ну. Не, очередь продвигается. Да, очередь продвигается. Прям как в поликлинику, ёптать. Я вот прям вспоминаю, когда в поликлинику иногда прихожу. Такая же беда. Ну, правда, здесь не дерутся за очередь, а там дерутся. Блин, без меня там фраги набивают. Я хочу фраги понабивать. Не-не-не-не, смотри, смотри. Опустошается потихонечку, да-да-да, освобождается. Ну-ка, продвигается, нет, посмотрим. Ой, сука. Ай, фраги, фраги полетели. Молодцы, молодцы. Шатаем, шатаем. Молодцы. Здорово, ёпты. Чё ты такой напуганный? Не ссы. Все нормально. Смотри, они даже по высоте некоторые, да? Войны разные. Не только по внешности. Не, внешность, походу, одинаковая у этих в обоих. Та же борода. Нет, цвет бороды у этого отличается. Это чуть темнее, да? А это такая, чуть каштановее. Это вообще... Эй, дыщи, моталь просто. Слушай, а если мы отсюда прыгнем и пойдем, да? Скорее всего, пойдем. Ай-ай, смотрите, настреливает, настреливает. Слушай, да, мы, походу, надолго здесь. Давайте попробуем пробиться. Давай быстрее, мать твою! Ай, блин, почему меня сюда тпшнуло-то, а? Не-не, о-о-о, пошло, пошло, о! Зато, ой, я прям недавно канализацию чистил, прям так же и происходило. Ну, у себя дома. У меня, короче, затор там жесткий, душу мотал был. И, короче, туда-сюда, туда, потом буль-буль-буль, и пошла мазута. И вот так же вот здесь произошло. Хорош, хорош. Но есть шанс, что мы проиграем, я вам скажу. В этой игре не все очевидно. Подобрать. А в кого мы можем херануть? А, вот сюда можем херачить? Ой, подобрать можно? Нет, нельзя. Сейчас, подождите, я что-нибудь придумаю. Чиколдык. 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 Камон! О, летит плюха. Е-бой. Нам надо туда как-то прорваться. Ну, нахер, видели, да? Ай, сука. Как его так отшвырнуло просто. Ну. Ебой. Хорошечно. Не, победим, победим. У нас есть все шансы на это. Только вот у меня нет шансов, чтобы отсюда как-то выбраться. А, там мы не пройдем, да? Нам надо в крышу. Так, подобрать не получится. Хорошо. Хорошо. Короче, Ривас все время пытался как-то выбраться, дойти до места и все такое. Ну да, бывает такое. Ну вот, печальная ситуация, когда ты не можешь ничего сделать. О. Сука. Свои? Свои. Что у нас с FPS-ом? 49. Я прям чувствую, да, он чуть-чуть просел. Ну, во-первых, замок прокачан до конца. Стены очень хорошие, имперские стены. И, во-вторых, очень много войск у нас здесь. Надо лук, кстати, взять. Офигеть, какой замок здоровый, да? Так, блин, укрепления просто невероятные. Ошалеть просто. Да, я постреляю, наконец-то до вас дошел. Так, в кого там вы стреляете? А, о, понятно, понял.
А в кого еще можно стрельнуть? Давай вот так вот и чуть-чуть дальше. Огонь, мать вашу. А-хе-хей! Слушай, я прям начинаю этот, как его, шарить? Как правильно стрелять? Надо чуть-чуть ближе делать. Вот так, опа. Смотрите, я сюда вот. Вперед-назад нажимаю. Огонь, мать вашу. Давай, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Еще, еще ближе надо. Мы грабителя убили. Нечаянно. Так, нам бы добраться до замка. Огонь, мать вашу. Ну-ка. Да. О, да. Я люблю этот звук. Я этот звук обожаю. Давай, заряжай. Походу, два выстрела осталось. Или, может быть, здесь тоже есть, да? Нет, это другие уже. Да. Я люблю этот звук. Шалеть просто. Гребаный насос. Последний выстрел. Да, последний выстрел. А это, походу, другое дело. Это сейчас швырять будет какашки в них. Давай! Да! А? Ни в кого не попали. Все? Да, все. Это, походу, все. Ладно. Мы сейчас будем в них швырять какашки. Если получится. Подожди. Ну-ка, посмотрим, как она швыряется. Чикалдык. Ну, примерно так, да. Да, примерно так. Взять какашку. Булыжники. Там еще осады будут перерабатывать, разработчики говорили. То есть еще дорабатывают, улучшать будут. Это классно. Это классно. Кстати, здесь есть булыжники? Нет, здесь нет булыжников. Бля, а мы докинем сюда? Давай вот так, самое далеко. Так. По башке, ёптать. Нормально. Так, мне нравится. Но надо бегать за ним. А, подожди, там еще, да, есть? Да. А где был... Ой. Вот булыжники здесь есть, кстати. Поднять булыжники. Что там происходит? А, идут. Плюха прилетела, чувак, к тебе. Главное, чтобы мне плюха не прилетела. Давай. Нет, не этот. Понятно. Недолет. Как артиллерия говорит, недолет, либо перелет. Вот, а здесь надо быть аккуратнее. Победа! Победа! Ну давайте, бегите уже, ну. Ну-ка, давай сюда стрельнем вот так. Швырнем шнягу. Вот. Ой, ёпта, по нашим. Хорошо, что я не попал. Кстати, вот эту штуку можно раздолбать. Да, враг бежит. Ну, в принципе, нет смысла сейчас что-либо делать. Попадем кое-нибудь? А, перелет, ёпта. Ну-ка еще раз. Нет. Недолет, перелет туда-сюда, добану. Это победа. Ну что там делаете? Да, начало, конечно, было топовое. Отбили мы замок. Теперь наша задача сейчас быстренько добежать. Первый пошел. Второй пошел. Все, что ли? Ой, пленные. Что с ними делать? Сейчас посмотрим. Так, нам надо как-то дешманских пленных... Давай вот так сейчас сделаем. Раз, два, три, четыре. И самый этот автоматическая система посчитает. По цене пленных. В замок мы их оставить не можем, потому что замок не нам принадлежит, а принадлежит нашим вассалам. Нашему вассалу, вернее. Ух, затащили мы замок. Очень даже хорошо. Кто-то, кстати, сумел сбежать. Отряд Манана. Я твой родственник Манал просто. Так, нам надо теперь обратно быстренько возвращаться к южным границам.
наш караван еще перехватывают. Я не знаю, мы успеем, интересно, южные границы забрать. Защитить свои. Тактика хороша. То, что я... Да, во время прорыва, конечно, были потери. Замок, когда наш замок атаковали. Ну, без этого никак, ребята. Это война. Не бывает такого, что у тебя ноль потерь. Бывает, чем-то надо жертвовать. К сожалению, это так. Это так. Ну что ж, господа, это была очередная серия игры Mountain Blade 2 Bannerlord. Играть в хорошечные игры. С вами увидимся, наверное, в следующем году. Шучу, завтра. Возможно, будет стрим, возможно, будет также запись. Играйте. Прям в самые топовые игры смотрите хорошечного Рибаса от Джарика. Мы, наверное, с вами захватим всю Колорадо. Посмотрим. Всем удачи, до скорых встреч.